Давно мы с вами не гуляли по Измиру, ребят. Всем привет. На самом деле совершенно нет времени снимать ютубы. А вот я сейчас бегу. Занимаемся оформлением гражданства за инвестиции моим клиентам. И подаем сегодня на гражданство вместе с адвокатом. 9 утра. Центр города. Я все думаю, там надо снимать бытовые блоги, влоги каждодневные. Потом, да кому это надо? И не снимаю. Не знаю, вот есть у меня какое-то такое, так скажем, какой-то внутренний стоп. Мне кажется, что простая повседневная жизнь, это как-то неинтересно, что ли. Интересно, там, путешествия, какие-то события, новости. А так, ну вот, у нас события, гражданство оформляем. У нас центральная площадь в Измире. Здесь было здание когда-то, его снесли, но пострадал немножко, получила... Пострадало землетрясение. Сейчас вам покажу одну классную штуку. Вот эта стела, тут трехмерный портрет Ататюрка. Это первый президент Турции. Причем, смотрите, то есть вот как ни пойдешь, как ни повернешься, будет ощущение, что он поворачивается и смотрит на тебя. Муж говорит, что в детстве, в школе, это, конечно, у них было, у них такие штуки тоже были, и это было очень странно. Вообще, сейчас, мне кажется, самое время недвижимость покупать. Сейчас цены остановились, не растут на квартиры, потому что кредитование для местного населения так и не сделали под нормальные проценты. Вот, например, в Измире, город, который не... заточен под недвижимость для туристов, например, Анталия или Алания, цены очень даже неплохие. Я очень люблю Измир, на самом деле. Для меня это самый комфортный город для жизни в Турции. Летом, конечно, хочется куда-нибудь на природу, но зимой, осенью, весной самое удобное. Есть все. И нет, например, такой суеты, как в Стамбуле. Но при этом в городе есть все, что только нужно для жизни. Сегодня у нас уже 13 августа. Жара такая стоит, что в 9 утра, еще 9 утра нет. Мне кажется, уже градусов 35. Очень. О, почистили здесь наконец-то от зарослей. Вот это место. Сейчас покажу вам, что это такое. Когда-то здесь был дом. Это все офисные помещения, это не жилые помещения. А потом его снесли и хотели строить новое здание. Но под этим зданием нашли античность. Это античные римские бани. Вообще, здесь же знаете, что в Измире, на месте Измира, Измир, точнее, на месте античного города Смирна. Вот, и решили сделать музей под открытым небом. Потому что в Турции вся античность, естественно, охраняется, и ее нельзя просто так разрушить. Когда строили здесь здание, такую ценность, такое внимание не уделяли античности. И вот, видите, хотят здесь сделать вот такой вот есть проект музея под открытым небом. Правда, несколько лет уже назад нашли эту часть древнего города, но очень долго она стояла вот в таком вот замусоренном состоянии и в заросшей травой. Мы идем в миграционку, мы сейчас, я там встречаюсь с клиентами, и оттуда после оформления прописки в Нюфус. Видите, какая красота. Это наш рыночек здесь, место, которое называется Кемералте. Самый большой, можно сказать, самый старый рынок в Измире, когда не было всевозможных торговых центров. Весь народ и даже с области приезжал сюда за покупками, к свадьбам готовились, то есть все покупало здесь. Но сейчас, я не знаю, кто здесь сейчас покупает вещи. Какие здания. Тоже довольно, на самом деле, старые. Многие здесь еще с греческих времен. Такое вот место. Здесь, конечно, днем народу еще очень много. Нюфус.
место, где решаются вопросы населения, и в том числе идет подача на гражданство. Главный сотрудник НЮФУСа, кто тут работает, а? Кто тут работает, малыш? Вон и чиновник. Я говорю, я не успеваю снимать. Я начала снимать видео в один день, и сегодня уже другой день. Но на самом деле я выложила шорт, короткое видео. У нас очень сильный пожар. Прямо вот на подходе к городу, в горах. И сегодня с утра все заслано дымом. Сейчас не видно, но прям пепел летает у нас здесь по Шиляхе. В этом году очень жарко выдалось лето. Самый жаркий июль за последние 53 года. Прям очень много возгораний. Сейчас покажу. Вертикально снимала, но все равно покажу, как это все выглядит, как это все было. Прям ужасно. Ужасно и страшно. Надеюсь, что скорее потушат. Очень непонятно, что это, но, если честно, на облака не похоже. Больше похоже на очередной дым от пожара. Ну что ж, так и есть. Вот. Видите, что тут горит? Горит, все опять горит, блин. Я уже никогда, мне кажется, не спутаю дым от пожара с облаками. Знаете, как в фильме ужасов каком-то. Это не лето в Турции, это просто какой-то ад. По крайней мере, у нас в Измире. У нас постоянно что-то горит. И вот опять сегодня утром я вышла из дома, и первое, что увидела, когда села в машину, это жуткую пелену дыма над городом. Можно сказать, что горит гора Яманлар. Это прямо горит гора в самом городе, фактически. В этом году этот июль выдался самым жарким за последние 53, по-моему, года. Я вчера прочитала. Все высохло, все. У нас в водохранилищах просто воды уже нет, практически. Что будет дальше, непонятно. К сожалению, огонь так и не потушили. И я смотрела последние новости, то, что огонь стал подбираться к горам, к домам, что огонь стал подбираться к приюту для животных. В общем, то, что творится наверху, это какой-то просто ад. Это ад на земле, потому что реально возле жилых кварталов все горит. У нас здесь, мы живем внизу, рядом с морем, у нас здесь спокойно. Ну, единственное, чувствуется запах гари. Вот у меня волосы пахнут гарью. Ну, надеюсь, что завтра таки, либо сегодня ночью с огнем смогут справиться.